Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии. По многочисленным просьбам сегодня выходит вторая часть сюжета нашего посещения Броки. Это знаменитый секонд-хенд в Швейцарии. Здесь продают старинные вещи, а вырученные деньги уходят на гуманитарные проекты. Так, идемте смотреть, что здесь еще есть. Опять-таки, видите, для вязальщиц, кто любит, все очень дешево. В магазинах намного дороже. Вон, 3,95 моток. Разные мужские штаны, одежда. Здесь все очень хорошего качества. Все, что грязное и в ужасном состоянии, это все выбрасывают. Оставляют только хорошие фирмы качества. 4,90 рубашки. Пожалуйста, мужчины, кто ищет. Или, например, рабочие штаны надо на работу. Вот, пожалуйста, целая стойка джинс. И это все 6,90. Ну, смешно. В магазине 50 франков. Так, даже нижнее белье есть, ремни, куртки мотоциклетные тоже. Это все очень дорого обычно. Видите, усиленные 49 франков. Вот такой даже есть мотоциклетный костюм. И для гольфа клюшки, кстати, о птичках. А, пожалуйста. Так, портмоне, портфели. Боже, Беат, ледер. Натурал. Нойн-нойнцих. Jesus God. Крокодил. Так. Тоже лыжные штаны. Ролики, пожалуйста. Огромный выбор. Шлемы на велосипед. Вандерншуе. Рабочие ботинки. И также вандернхозы. Тоже есть разные цены. Так. Здесь пошла обувь. Ага, пижама. 4,90. Китайский вариант. Так. Тепленькая, кто хочет. Велосипеды. Разные спортивные фитнес приспособления. Палочки для ходьбы. Леки. Очень дорогие. По 50 франков в магазине. Так. Штаны. Пошли спортивные, фитнес, классика. Вот такое платье с цветочками. Ой, хорошее такое качество. Так, смотрите, какие ботильоны здесь. Господи. Огромный каблук, танкетка. И стоят они 14,90. А вот такие сапожки стоит тоже 14,90. И море разных для женщин. Так, пояса. Ну, тоже симпатичная сумочка. 14,90. Платьице. Легенькая. Балеринки. Много. Большой выбор. И кожаные. Габор. Отличная фирма. 14,90. Просто потрясающая цена. Обычно они 100 франков где-то. Так, вот еще вот эти вот наборы. 24,90. Помните, на той выставке 80 франков было. А здесь, пожалуйста, 24,90. Такое зеркало 29. Шляпы, книги, пластинки, молокоотсос. Костыли. Кстати, вот медицинские приспособления, костыли, стерилизаторы, все для маленьких детей, ведро для памперсов, горшки. Так, хорошо. Рюкзаки к школе. Они тут все попереставляли. Отличные столы, пульты называются, для офиса. Так, труба. Тут разные музыкальные инструменты, камеры старинные, объективы, папки, пожалуйста, на любой цвет. Здесь что-то из бамбука. А это, смотрите, видимо, сушилка такая.
кроватка деревянная, такое креслице детское, латерны для кровати, лампы старинные, картины. Тут только города, тут только природа, тут цветы. И вот такие есть еще пейзажи. Вот, например, такая картина 29 франков, а такая 6,90, хотя она больше. А лошадь 29 франков. Еще играет роль рама, конечно. Рама стоит денег. Вон тоже картины. Тут разные-разные декорации. Аксессуары. Статуэтки. О, кстати. Смотрите, что это такое. Духи. Духи даже пахнут китайские. Такой набор. Тут, смотрите, жизнь обозначает вместе состариться. И такой вот подсвечник. Сюда маленькие ставятся свечи. Разные подсвечники, копилки, призы, торшер. Так, здесь постельное белье тоже разное. Так. Шторы какие-то. А, да, со свипай шпиле. Наволочки декоративные. Так, вещи. Раньше не было так много вещей, было больше мебели старинной. Это они что-то тут поменяли. Вот такой диван 129, кресло такое 91, такое кожаное кресло 38, диван, подушки 4,90. Так, вот такой диван кожаный. Он раскладывается. Спинка откидывается 149. Тарелки потрясающие, ручной работы. Здесь идут такие уже вечерние вещи. С пайетками. Платье мини черное. Все 6,99,90. Так, это разные статуэтки из разных стран. Подсвечники. Угу. Свечки. Непонятно. Подставка для тарелок. Так, смотрите, еще один светильник. Очень много подсвечников. Израухшон, Нонцехрапенс. Тоже для подсвечечек маленьких. Израух. Вау. Хочешь так? 1,90. Тут разные цвета. Кайны. Очень много красивых. Блин, а где же? Угу. Так, здесь 5 картины, но иногда покупают только из-за рамок, чтобы рамы использовать. Интересно, сколько такая рама? 49 франков. These are so gross. Yeah, you know. $6.90.
Боже мой, сколько всего. Ох, сыр, Филадельфия музей. 18,90. Тоже красивые. Там море разных бус и украшений. Такой торшер красивый. 39,90. Шкаф старинный. И какой-то музыкальный инструмент. Чемоданчики. За 98 франков. 98 франков. Так, вот видите, еще зеркала есть. Так, здесь у нас идет еще. Aber wart, solche mit Ei brauchen wir nicht. Weißt du, wenn wir Eier servieren. Das ist nur für Ostern, denkst du? Chicken mit Ei, Hühner mit Ei ist immer Hühner. Muss nicht zum Osten 4 Stück gibt. Oder zu farbig. 1,90. Für was ist das? 2,90. Интересно, вот для чего dann вот это? И вот это, Шамальдизер. Wenn leer ist, auch schön, oder? Ja, aber vielleicht dieser für Ei. Петух 2,90. Господи, посмотрите, самбрата. Кролик. Заяц для кролика, форма такая. А это тоже какое-то жаркое. 9,90. А, oder backen, weißt du so eine? Aber das ist zum Braten. Так, здесь тоже такие вот, но это все такое современное. Это салфетки, держатели. Все 90 копеек. Так, вот форма для зайцев, кто меня спрашивал, как выпекать зайцев, бабочки. Кстати, тоже красивые, 1,90. Видите, все, молочная тема Пасхи. Такой набор запечатанный с со свечками. Смотрите, как аквариум используют, когда уже рыбки надоели, сделали такой клеттер-парк. Кстати, кресло плетеное. 69 франков одно. Такая корзина. Так, это основы для веночков. 1,90. Такая тяжеленная штука. 6,90. Wie viel kostet? 6,90. Так, смотрите, от KitchenAid ложка 2,90. Вот это интересная терочка, пармезан и сразу спагетти брать 2,90. Вот смешные для салата прихватки такие, разные приспособления, сырные ножи 1,90 и море разных каких-то кухонных приспособлений, даже не знаю, что это. По-моему, это таппервер. Что это? Это измельчитель, у меня такой был. Это ложечки маленькие, 1,90. Так, это что? Формочки разные. Так, это что? Кноблаух ремувер, ест скот. Аушелин. Чистить чеснок. Тут разные для теста. Тёртки.
и все. Боже, боже, это что? Нарезка разная. Точно тапервер, все пластмассовое. Так, комбайны. Понятно, штопор. Сейчас. Так, ясно и понятно. Здесь разные приспособления для желе. Посмотрите, 2,90. Очень классная форма. Получается такой вот с дыркой. Кекс. Холодец, кстати, можно там. Какие-то желейные тортики. Это силиконовая форма для выпечки. Опс. 1,90. Маленькая такая. Это тоже что-то интересное. Не знаю, что. Так, это силиконовые формочки для выпечки. Это маффины на торт выкладывать, посыпать, заливать. Это для торта украшение, бумага. Что это за маленькие такие штучки? 1,90. Was ist das? Eier. Das ist warm bleiben. Ah, so schön. Auf Eier, ja. Vielleicht dieser nehmen? 1,90 für Stück. Oh, da müsst ihr Eierhalter haben. Machen wir das drauf. Ah, und keine... Und dieser? Riecht schon. Glas, aber das billig sieht aus. Also das Glas halt, ja. Weil das ist matt. Mhm. Угу. Это когда яички сварил, вот так вот с крышечкой закрыл. Так, so alt. Деревянные. Вау. Вот смотрите, да, когда вот старинное смотришь, или вот этот вот пластик. Так, вот еще одно для желе. Это точно тапервер. Смотрите сюда. Это все из Migros. Кухина Тавала. Вау. 2,90 вместо 8,95. Sounds nur eine Name. Dieser. Боже мой, и здесь еще море разных формочек для выпечки. И можно найти, смотрите, абсолютно разные, необычные формы. По одному. Короче, поковыряться здесь. Ну, райны к ним. Тоже такие формочки, лошадки, все старинное. Сердечки. Взнос еще нашли. Как картина. 6,90. Уверена, вам был этот сюжет интересен, полезен, особенно людям, кто живет в Швейцарии. Вы можете на сайте Heils Armee найти магазин, который находится ближе к вашему дому. Это большая сеть. Ну а мы тренируемся до 7 пота и готовимся к концерту 27 апреля. Ждем вас в гости на наш отчетный концерт. Увидимся в следующем сюжете. Пока-пока!